Им уже в прошлом году было 325 лет, сегодня уже будет 26, 326 лет. Вот эти оригиналы такие сохранились, так можно подумать, 326 лет. Это первые Библии латышские, да? Да, да, да. Но это не реставрированные. Реставрированные. Нет, я расскажу. Да. Вот эти двое книги из этих 1500, которые в то время выдали в Риге, это была типография, в Риге они вот выданы, и 250 из этих 1500 подарили школам и церквам. И дети в школах надо было читать, учиться читать. Ну, небольшая азбука тоже была, ну, такая, но все, читать надо было из этой Библии. Ну, вот. Основное учение было всему. Да. Ну, вот, и это люди могли купить тоже ее. И эта цена в то время была только сколько стоило 500 килограмм ржи. Рудзи, хлебушки делаем, да? Или 140 килограмм мяса. Ну, вот такая цена в то время была. Полкорова. Да, ну вот, да. Лучше поголодать. Ну, вот, да. Ну, так, значит, вот такие нам самые первые Библии в то время. Да, здесь вот эти все книги, что мы будем видеть, эти все подарки. Вот эти люди из Алуксны, из всей Латвии и всего мира, можно сказать, потому что нам Библии на 40 языках. Литовская тоже есть Библия. Да. А вот это значит... Нам музей начал в 1990 году, основали музей. А 25 лет, когда было, 5 лет назад, мы захотели свой звон, да. И вот эта одна девушка, она в Риге, она из Польши, полька, изучила латышский язык, делает докторскую диссертацию об этой первой Библии. И ее задача выписывать все глаголы, да, как они здесь написаны, этой книги. А рядом она пишет, как на словаре, как мы сегодня это слово говорим. А чем отличается? Да, как это? Язык чуть поменялся. Ну да. Ну вот, и когда латыши приезжают, я им говорю, что это значит каринат. Каринат. Да. Ну что это значит буйцит? Буйцит. Это латгальское слово буйцит. Тебе извуйте еще, но это как будто учить, но так не так вот будем учиться, но я тебя выучу, да, ну так немножко, так, да. Ну вот, Йоланта, когда она делает свою диссертацию, она обещала нам тоже подарить один экземпляр.